Ну, конечно, я сама не очень умею заходить, я не такой большой, как бы так, пользователь интернет-ресурсов, я ближе к реальной жизни, чем к виртуальной, но, конечно, я пользовалась подобными благами нашей страны, которые у нас процветают. Мне кажется, что пока не наступит полноценной системы, которая будет следить за этим, сложно будет что-либо контролировать. Но это касается очень многих вещей. В принципе, авторского. Я как жена композитора могу сказать, что даже дело не в пиратстве, а просто, к сожалению, композиторы не получают тех заслуженных процентов за свое авторское право, которые должны получать по разным причинам.